В Ширяево открылся 7-й фестиваль современного искусства «Жигулевский Барбизон». Если раньше он длился не дольше 4 дней, то в этом году удовольствие растянули на неделю. На «Жигулевский Барбизон» приехали около полусотни талантливых молодых людей не только из Самарского региона. Их ждет насыщенная культурная программа с музыкой, спектаклями, пантомимой, мастер-классами и экскурсиями. В рамках фестиваля пройдет симпозиум художников, где любой желающий сможет написать картину под руководством опытного мастера. Для закваски я бы хотел им рассказать о том, что такое этюд. Этюд как жанр, этюд односеансный, как времяпровождение, как традиция. Как к этому подходить? И философски, и внутренне, и технически. То есть как это все выполнить практически, чтобы добиться какого-то результата и успеха.